Экологическая акция состояла сразу из нескольких событий, каждое из которых было полноценным самостоятельным мероприятием. Перед главным входом в старое здание школы прошла торжественная линейка, на которой присутствовало около 350 человек. Одним из главных ее моментов стала установка красочных символов Всемирного дня птиц. Их своими руками сделали сами школьники. Конечно, центральным событием акции была установка в школе 11 новых скворечников. Первых скворцов в Одинцовском районе заметили еще в конце марта, так что время для развешивания птичьих домиков уже пришло. Даже ребята из самых младших классов делали это вполне осознанно. Птицы нужны, чтобы они ели жучков и вредителей. У нас было в природе красиво. Птицы красиво поют и создают хорошее настроение. И еще они помогают природе расцветать. Птички нам нужны для тепла и радости. Птицы нам нужны для того, чтобы везде слышалось их пение, люди радовались. Рядом на аллее сразу после линейки открылась благотворительная ярмарка. Выпечку и сладости своими руками приготовили ученики 7 и 8 классов. Булочки и печенье гости запивали чаем из огромного самовара. Все вырученные средства планируется истратить на подарки ветеранам ко Дню Победы. А еще в этот день в Зареченской школе появился экопарник, где каждому классу отведено собственное маленькое поле. Все, что ребята там будут высаживать, все это будет аккумулироваться в нашей столовой. Они же это и съедят. Здоровое питание – это приоритет, один из приоритетов нашей работы. Следующим этапом будет грядки, но это уже будет в следующем году. Уже через месяц, во вторые выходные мая, пройдет еще одно значимое событие, касающееся пернатых. Всемирный день мигрирующих птиц. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».